В дальнейшем инструктор, командир может контролировать правильность прицеливания стрелка с помощью ортоскопа. Инструктор или командир присоединяет ортоскоп к автомату, закрепляет его хорошо. Стрелок через скошенное прозрачное стекло, зазеркаленное, прекрасно видит мушку прорезь и совмещает ее с мишенью. А инструктор-командир располагается слева от стрелка и точно так же наблюдает за его прицеливанием. В данном случае прицелился стрелок правильно. Этот же прибор может использоваться командиром или инструктором непосредственно при выполнении практических стрельб лежа, с колена, стоя.